Приветствую вас, дорогие друзья! Меня зовут Антон, а мы сегодня с вами продолжаем играть в фанатскую глобальную модификацию к игре Fallout New Vegas под названием Fallout New California. И я скажу, что вот основываясь на том времени, который успел поиграть в эту игру, вот, я могу сказать, что это очень-очень круто. И это тот случай, когда модификация либо превосходит, либо на том же уровне, что и оригинальная, там, допустим, третья часть, или New Vegas там. Ну, короче, очень мощный проект. Вот, обязательно, ребят, лайки ставьте, очень интересно будет узнать также, что вы думаете по поводу вот этой вот глобальной модификации. И очень интересно будет узнать, что думаете по поводу вот этого выпуска. Естественно, когда посмотрите этот выпуск, напишите в комментариях, что думаете по поводу него. Дом, куда мы направляемся, впереди. Ты можешь присоединиться к нам или остаться здесь и сгнить. Решай сама. Вот этот дом, следуй за мной. Итак, наконец-то наш могучий герой продвинулся в дикую пустошь. Добро пожаловать в реальный мир, крутой парень. Я тоже рад тебя видеть. Верю, так и есть. Вижу, ты решил сбежать в пустошь со своей бандой заблудшей молодежи. Что-то вроде того. Что ты тут делаешь? Я собираюсь разбить здесь лагерь на ночь. Потом пойду по дороге на запад, пока не встречу ближайшую группу рейдеров. Затем я устрою на них охоту, заберу их хлам и найду дорогу к их базе. Таким образом, я смогу узнать, куда увели моих родичей. У тебя есть идеи получше? Уверена, что так. Перестань быть серьезной, без укрытия мы здесь обосремся. О, так вот что мы делаем, обсираем штаны? Тактично. Откуда это? Не секрет, что вы, ребята, любите выбегать из укрытия под огонь. Мы называем это «обосрать штаны». Точно, довольно забавно. Уверена, эта фразочка настоящий хит среди твоих братанов. Теперь, когда закончили с шутками, какой у нас план? Слушай, мы направляемся по этой дороге в лагерь. Переночим там, а утром обсудим планы. Итак, теперь ты указываешь там, что делать, да? Хорошо. Давай заключим сделку. За свое доверие я хочу кое-что взамен. Как только найдешь путь в шахту Афинетек, мы им воспользуемся. Не хочу отсиживаться в грязи, пока наши родители остаются рабами. Я найду их, освобожу, а потом мы уйдем отсюда все вместе и никогда не оглянемся назад. Понятно? Не нужно быть гением, чтобы осознать тупость этой затеи, но не для тебя, да? Конечно, мы попремся на верную смерть. Хорошо, приятель, сделаем это, но я прослежу за выполнением этого обещания. Если передумаешь, я сделаю это самостоятельно. Да, я знаю, что так и будет. И я приду и вытащу тебя из огня, как и всех прочих. Посмотрим. Так. Стоп, а где братишки-то? Они уже убежали, что ли? Похоже на то. Да, вон они бегут. Причем вовсю, они меня бросили. Какого хрена? Я так старался, так пытался их спасти. Они взяли и свалили. Ё-моё. Так, это ворона. Атмосферненько, прям вообще. Вы делаете глоток из вашей верной фляжки, окей. Сколько же еще подниматься-то? Так, вот дом какой-то, наверное, это он, да? Очень похоже на то. А типа они больше не мои компаньоны, что ли? Войти в домик у черного медведя. Нормально вообще. Воу. Так, ну понятное дело, что перегруз-то есть, понятно. Сейчас чинить все буду, все, что меня не устраивает. Я буду чинить.
Так. Ну, нормально. А по урону что лучше получается? Так, охотничий дробовик. Ну, тут урон, по-моему, такой. 9,5 на 7. А у охотничьей винтовки урон 49. Так. Наверное, возьму охотничью винтовку. Патрон, правда, маловато для нее. В итоге, ну да ладно. Блин, я думаю, здесь что-то в этом бауле можно будет найти. Нифига. Комбинезон разнорабочего. Квантовый ядер кола. Бери. Топовая штука, по-моему. Кажется, меня стошнит. Почему я опять последовал за вами? Что вообще происходит-то, алло? Что с ним происходит? А, он же под этим был. Под всякой химией. Ё-моё, дядь. Джонни умирает и нуждается в помощи. Джонни без сознания и остро нуждается в каком-то чудодейственном препарате, способном предотвратить его неизбежную смерть. Найдите такой и вкалите ему. А что за препарат-то? Найти детоксин и пакет крови, чтобы вылечить. Так. Что еще раз? Задание. Найти детоксин и пакет крови, чтобы вылечить передозировку Джонни в течение 2 часов, иначе он умрет. Блин. Грязная вода. А где же я детоксин-то возьму? Где же мне его здесь искать-то? Кажется, наши спутники наконец успокоились. Надеюсь, они отдохнут, прежде чем двигаться дальше. А как же Джонни? Не думаю, что он справится, если мы ему не поможем. Нет, не думаю, что он проживет еще больше 2 часов без двойной дозы детоксина. Детоксин, что это? Это двойной наркотик, который использовался для того, чтобы приносить людям страдания от зависимостей. По дороге сюда я видел госпиталь. Тебе стоит спуститься с горы и выяснить, что осталось в его руинах. Так. Куда мне теперь идти? Если все дела сделаны, тебе стоит пойти в кровать. Так, ладно, я сохранюсь. Надо пойти, короче говоря, помочь Джонни посетить вот этот госпиталь, так называемый. Потому что, ну, это вообще что-то какой-то беспредел. Я думаю, что он идет так, блин, заплетается вообще. Ноги у него заплетаются. Как будто рухнет. И он рухнул, действительно. Ну, понятное дело. После той лошадиной дозы химии, которую он принял. Другой вопрос, где здесь госпиталь находится? Неужели там, прям в самом низу? Надо прям по-быстренькому сейчас все сделать. Потому что время идет. 2 часа было дано всего лишь. Блин, как атмосферно-то. Но сейчас не время для всяких атмосферностей. А, вот, наверное, здесь где-то госпиталь, типа руины, да? Так, сюда вообще какой-то самолет упал. Или нет, или это не то. Подожди. Походу, это не то. До свидания. Блин, целую единицу опыта дали. Ты подумай. Я вообще правильно иду-то? Да. Хорошо, что я выяснил хотя бы, где находится этот госпиталь. Потому что я бы так бы ходил бы здесь, не знаю. Наверное, целую кучу времени. Пытаясь
найти хоть что-то, что может помочь Джонни. Я думаю, там я не поднимусь, слишком там резкий уступ, скажем так. Ой, тихо. Стоп, надо это все как-то дело обойти. Что надо было так сделать? Тут 2 часа пройдет, пока я буду раз забираться. Ё-моё. Ну тут есть дорожка, в принципе. Хотя дорожку ты особо не назовешь. Так, найдено. Госпиталь Pine Haven. Расчехлить надо оружие, потому что неизвестно, что там может ждать внутри. Мемуары старого пустынного рейнджера, страница 1. Можно будет попробовать почитать, но не сейчас. Так. Короче говоря, сейчас нужно действовать быстро. Очень быстро. Ядеркова нет, не буду брать. Ё-моё. Как пугаешь ты меня. 50 опыта за него дают. Так, левел ап. Интенсивная тренировка есть? Интересно. Давай, красноречие, лепи по полной программе. А, ну это через уровень только будет возможность выбрать. Ё-моё, здесь лучше не стрелять, мне кажется. Шандарахнет так, что мало не покажется. Стейк из геккона, скотч виски, нет, все мне это не особо нужно. Меня интересует пакет крови и детоксин. Где искать их, я не знаю. Я знаю, что здесь где-то, по идее, должно быть. Так, свинина с бобами, всякая жратва. Походу, я пришел в секцию столовки. Мне это не подходит совершенно. Надо в другое место идти. Ё-моё! Блин, тут еще ловушка. Как я не заметил-то ее сразу. У вас закончились отмычки, что? Вам нужен ключ. Так, зато антирадин и детоксин. Прекрасно. Теперь нужно найти пакет крови. Он может быть где-нибудь здесь? Стимулятор. Картофельные чипсы. Что-то мне это не нравится очень. Мне это очень не нравится. Отмычек нет. Наливные яблоки, ментаты. А пакет с кровью-то мне где взять? Подожди. Где мне взять можно вообще пакет с кровью? У меня куча всего есть. Ну, есть детоксин, окей. С кучей всего, куча. Ну, сейф сломан. Просто сломан к херам собачьим. Что-то мне кажется, что он закопытится в итоге. Мне, конечно, можно еще раз здесь осмотреться. На предмет того, что вдруг где-нибудь здесь-то есть, может быть, пакет с кровью. Кто же его знает? Повнимательнее, может, надо смотреть-то. Я ж невнимательнее очень часто бываю. Надо повнимательнее смотреть за всем за этим. Всего-то нужен пакет с кровью.
И главное, ключа нету от сейфа. То есть, если был бы ключ, я бы еще на самом деле разобрался бы с этим совсем быстро очень. Но, к сожалению, ключа нет. Вообще. От слова совсем. То есть, ну это как-то нечестно. Пакет-то с кровью есть. Может, нужно было на том моменте, когда я взял пакет с кровью. Ой, пакет с кровью, детоксин, возвращаться и дать это все Джонни? Или же нет? Как-то, короче говоря, это остается загадкой какой-то странной очень. Тут много чего есть. Странно. Очень странно. Шашлык из ягуана. Короче, пакета с кровью нигде нет. Отмычек тоже нет. Я бы смог бы этот открыть замок. По-любому. Давайте я сделаю по-другому, ребят. Я загружусь. И попробую посмотреть, может быть, я найду здесь что-нибудь поблизости такое, что может пригодиться. Давайте попробую сбегаю. Потому что я должен хотя бы постараться тогда в таком случае найти заколки. Вот. Как вариант. Так, напал кто-то, что ли? Ладно, я пока не буду проверять это. Заперто. Недоступно. А где-то можно здесь с другой стороны зайти? Нет, нельзя. Так, это походу кротокрыс. Давай, беги, братан. Что я боюсь, что я не успею, конечно. Но надо, надо сейчас посмотреть. Трейлер. Вот, может быть, здесь найдется что-нибудь. Что-нибудь подходящее. Винты, психа. Письменный стол пустой, к сожалению. Печь, запальник, холодильник. Атомный коктейль. Давай, бери. Мне что-то похоже, что не найду я здесь. Пижама полуночника, довоенная записка. О-о-о. Не, вряд ли здесь, конечно, что-то будет такое прям ценное. Ох, ну и задачку, конечно, мне поставили. Ну и задачку. Грязная вода. Хорошо, что есть сохранение. Как бы, если что-то не так, то я смогу всегда загрузиться с интересующего меня момента. Много, в принципе-то, я не прошу. Многое мне не нужно. Если, как бы, я смогу найти отмычку или там пакет с кровью, допустим, то как бы уже большая часть задачи будет выполнена. А детоксин, как выяснилось, найти достаточно просто. Так, тут можно сюда войти как-нибудь в это здание? А, ну понятно, оно разрушено просто в хлам. Увы. Конечно, можно было еще попробовать как вариант чисто на рандом сохраниться перед сейфом и пробовать его выламывать силой до тех пор, пока это не сработает. Такой вот вариант. Не совсем, конечно, я думаю, это действенный вариант, но все же.
какая-то, что за место. Туда не попасть, да? Отвали. Ну, вряд ли. Вряд ли я тут что-то найду. Значит, получается, нужно загружаться и пробовать чисто на Quick Save, Quick Load. Выломать сейф, потому что, скорее всего, пакет с кровью там. Так. Да ты что, серьезно? Наверное, я, ребят, на паузу поставлю и буду это все делать. Так, в общем-то, я снова здесь. Все это дело на месте. Кстати, вон еще один валяется. Я вот что-то не сразу заметил. И попробую сейчас сохраниться и силой его выломать. Отлично. Так, пакет крови, стимулятор, медикс. Прекрасно. Причем с первого раза удалось это сделать. Ну, после повторного забега, естественно. Вывести, ввести детоксин и пакет крови Джонни, пока он еще жив. Да, все, надо бежать. Помогать братишке нужно. Так, фаст-травелом я пользоваться не буду, потому что кто его знает. Что же получается выгоднее будет? Да, вот наверх нужно. Что же получается будет выгоднее, я вообще не знаю, даже не представляю себе. Атмосфера, конечно, в Нью-Калифорнии просто... просто лютый огонь. Я, если меня спросили, как бы, что я думаю по поводу вот этой модификации, я бы сказал, что... это тот Fallout, который должен был быть бы вместо третьего и Нью-Вегас. Но это по первым впечатлениям, конечно. Может быть, дальше совершенно все испортится. Но по первым впечатлениям, прям вот я играю и, не знаю, прям проникаюсь местной атмосферой и... эмоции, впечатления такие же, как примерно во время игры в первый самый Fallout или Fallout 2. То есть, вот прям вот... очень-очень, конечно, крутая атмосфера. Я, конечно, не хочу сказать, что... третий Fallout плохой. Нет, я очень люблю третий Fallout. И Нью-Вегас я очень люблю. Но вот здесь, вот не знаю, как-то... мне кажется, вот это вот Нью-Калифорния больше вписывается... в сеттинг Fallout. Тут и тебе и всякие разные диалоги прям реально такие дерзкие, матерные, с черным юмором порой. Тут тебе мрачная атмосфера и крутой эмбиент. Так, надо помочь ему. Джонни умирает и нуждается в помощи. Я не знаю, что делать. Не понял. Кажется, наши спутники... так, мне удалось найти для Джонни детоксин и пакет крови, но мои навыки в медицине слабоваты. Может, ты попробуешь? И никогда особо не заботился о Мэттисоне, но сделаю все возможное, чтобы он остался в живых. Смотри, учись. Главное, чтобы он копьем его не прихерачил. Так. Твою мать, что произошло? Такое чувство, будто в моей башке буря. Ах, блять, моя голова. Джонни, ты нужен в моей команде. Будут моменты, когда нужно будет по-крупному надирать задницы. Еще бы, я нахрен рожден для этого. Видел тех рейдеров снаружи убежища? Вот эти ребята по-настоящему крутые. Давай посмотрим, сможем ли пересечься с этими ребятами. Думаю, спасибо, что спас мне жизнь. Это было круто с твоей стороны, учитывая, насколько мерзко я к тебе относился. Прости. Прекрасно вообще. Вообще просто...
Великолепно. Просто великолепно. Так. Что там получается? It seems our companions have finally... Мы нужны друг другу. Мы это все, что осталось от убежища 18. Нужно путешествовать налегке и доставить их в безопасное место, прежде чем двигаться дальше. Остатки анклавы рейдеры ищут выживших. Лучшее, что мы можем для них сделать, это достичь Union City и пожелать им удачи. Я предпочитаю путешествовать в одиночку. Группа привлекает внимание. Где мне искать владельцев этого дома? У меня такое чувство, что они не пережили зиму. Пойду взгляну на то, что ты нашел в саду. Если почва обработана, то они ушли недавно. А, есть что сказать напоследок, прежде чем я лягу спать? Только одно. Найди любую провизию, оставленную в подвале, и распредели между нашими спутниками. Им это необходимо также. И еще, если не нашел подходящую одежду, надень, что есть. Любой из нас, продолжающий носить костюм убежища, выдает наше происхождение. Это может быть не в наших интересах, ведь на дороге много кого. Круто, спасибо, Курц, я ценю твою помощь. Не напоминай об этом. А здесь система одежды, она работает? Так, стоимость почти 2800. Ну, конечно, естественно, это перегруз. Так, я могу что-нибудь на верстаке сделать? Нет, не могу. Увы, тут наука нужна в большинстве случаев. Так, тогда как я могу сейчас убрать перегруз? Так, атомный коктейль. Это я его не буду использовать. Гильза, они ничего не весят. Так, боезапас тоже. А вот так тогда, и вот так. Ну, говорил проверить сад. Пожарный топор, стоимость. Да ты чё, чё такая стоимость-то огромная? Так. Могила. Чтобы копать, вам нужна лопата. Вот она, лопата. Ну, лучше сохраниться. Вермент винтовка. Нет, я брать не буду ничего. Я думал, это по квесту нужно. Подвал домика у черного медведя. Так, системная ошибка. Фишинговый план. Ссылка показывает довольно детальную подделку страниц популярного сайта с материалами для взрослых. Да уж. Чемпионы Pine Heaven. Вы чемпион. Вы показали, что способны решать проблемы как самостоятельно, так и следуя инструкциям. Любая игра, которую мы выпустим в будущем, автоматически будет направлена вам на бета-тестирование. Заметка от Джилл Хейл. Так. У нас новый посетитель из Лос-Анджелеса. Странная женщина. Один глаз светится зеленым. Дала нам кучу довоенной еды. Пообещала остаться на пару ночей, помочь починить дом. Она и ее друг Гуль собрали мостик, чтобы мы могли пройти там, где старая дорога обрушилась из-за эрозии почвы. Мы... поселили ее в трейлере неподалеку. Сказала, что ее зовут Аннай. Что она наемница, охотится за анклавом. Надеюсь, вы знаете, кто она такая. Она чертовски много знает про убежище 18. Этим утром она отправилась в Union City. Джилл Хейл, 12 мая 2259 года. Интересные сведения. Так, ложь, учебник конгрессмена. По-моему, там прокачку дают небольшую. Да, красноречие увеличено на 3. Хорошо.
Осколочная граната. Замочный мастер. Заколки. Вот они где заколки. Я бы мог их просто на изи взять. Противопехотные мины. И перегруз. Пистолеты и пуля. Так. Так, замочный мастер нет. Ага. Кожаную броню здесь оставлю. Так, ничего я тут больше не пропустил. Вроде бы ничего. Так, по информации, что получается? Задание. Искать следы обитателей дома. Так я вот только что нашел записку. Типа, это не считается, что ли? Совершенно. Растяжка. Ага. Получается, кто-то здесь был. Ну что ж, надо посетить этот трейлер. Посмотреть, что здесь есть. Да чё-то я здесь ничего такого-то не наблюдаю. Куча мусора различного. Вообще непонятно. Ничего интересного, примечательного здесь нет, увы. Может быть, за ним что-то можно найти? Ну, сральник есть. Да нет, 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 вылезай отсюда. Нет здесь ничего такого. Хм. Блин, там где-то стреляли, что ли? Еще не хватало в какие-то боевые действия. Вляпаться. Может быть, можно найти еще здесь что-то такое? Я не уверен в этом. Похоже, нет. Похоже, нет. Я думаю, если бы что-то такое было, я бы уже все это нашел. Я нашел кучу взрывчатки и мин в подвале. Как думаешь, куда мне их установить? Хорошо, нам пригодится такая магия, чтобы изгнать демонов из этих земель. Установи их вдоль дороги и у той группы деревьев около скалы. Если тварь ночи подкрадется к нам, то сначала ударит со стороны дороги, а затем побежит в укрытие вдоль хребта. Все твои племена ссылаются на научные инструменты. Как на магию? Для нас наука вроде магии. Вы вмешиваетесь в атомы и механизмы. Мы вызываем дух пламени и металла. В чем отличие этих методов? Умно. Я вызову огненных духов, они защитят нас на той стороне. Хорошо, пусть их огонь иссушит плоть наших врагов. Так. Я так понимаю, теперь нужно... Зачем-то мне нужно в подвал. Так. А, все, типа. Или здесь еще есть мина? Подождите, я же здесь взял целую прорву мин. Стоп, что? Заметка от Джилл Хейл. О, вот что я пропустил. Прошлой ночью мы были атакованы тенью, который носил маскирующее устройство. Понятия не имеем, откуда он вылез. Мы смогли отбиться, но у него была пушка. Разрушил дом. Мы не видели вас 8 лет. Надеюсь, у вас все в порядке. Мы оставили пушки и патроны в шкафчике, на случай, если вы снова заглянете. Этот демон искал кого-то. Прежде чем мы прекратили его страдания, он упомянул проект «Бразилия». Понятия не имею, что это. Может, вы знаете? Если кто-то из разведчиков пустошей заскочит, скажите им, что мне жаль. Нам пришлось покинуть домик. Они убили Кэтрин. Без нее оставаться тут бессмысленно. Скажите Джен, что мы жутко по ней скучаем. Надеюсь, это письмо найдет вас в добром здравии. Мы любим вас. Йетти Росман Дейл. Джилл Хейл. 14 мая 2259 года.
Вот так вот. А, так, поговорить с Беном о владельцах. Хорошо. Броня. Я ее решил убрать. Так, подожди. Ну, можно попробовать заминировать тут все это. Оружие. А, где эти мины? Противопехотная мина. Так, где тут еще можно подойти? Отсюда можно. В принципе, все. Мне нужно отдохнуть, я вернусь к поискам нашего потерянного племени. Кира, я знаю, ты хочешь путешествовать одна, но мы нужны друг другу. Ты станешь частью моей команды. Итак, теперь ты командуешь, да? Хорошо, только не забудь свои обещания помочь найти мое племя. Здорово, приятель. Ты серьезно перебрал химии, приятель. Мы избавимся от этой привычки. Блин, чувак, я больше никогда этого не сделаю, клянусь, не учитывая вечеринки и моего дня рождения. Или если мне это будет очень нужно. Выпей воды на кухне и отрубись. Да, да, хорошая идея, блин. Так, мне удалось найти могилу стариков и записку. Похоже, им пришлось кого-то похоронить. Добавь очередную трагедию в список, я читал их заметки. Найдешь их на полках в спальне. Звучит так, словно за ними следил невидимый демон. В конце концов, он нашел их здесь. Они дали отпор, но Кэтрин не выжила. Мужчина решил, что лучше всего закопать ее и отправиться на поиски существа ради мести. Тут говорится, что он путешествовал налегке, предполагая, что никогда не вернется. Урон по этому дому был нанесен из оружия демона. Я сомневаюсь, что с такой огневой мощью ему нужны были их запасы, поэтому мы их нашли. Было бы неплохо услышать в ближайшее время хорошие новости. Демоны, рейдеры, техноуроды. Что дальше, пришельцы? Согласен. Сомневаюсь, что демон вернется ради охоты на нас. Но если это произойдет, мы должны быть готовы. Нам стоит установить снаружи ловушки на ночь, чтобы быть в безопасности. В подвале есть мины в подвале. После отдохни немного. Ты ведь еще не отдыхал. Чем дольше остаешься на ногах, тем хуже. Так, хорошо. Что остается? Отправиться спать при готовности, окей. Ой-ой-ой-ой-ой. Так, 12 сентября, май, январь, апрель. Так, по порядку. Сегодня мы немного поторговали с калифорнийскими дикарями. Хорошие люди. На этой неделе у них были проблемы с племенем черных грифов. Чертова НКР. Они зачищают Калифорнию на запад, и все племена рейдеров, которым они докучают, бегом бегут на восток. Чувство, будто и 10 метров не пройти, не встретив хотя бы пятерых. Цивилизация марширует нам навстречу. Берегитесь. Так, апрель. Проходил сборщик налогов НКР с охраной. Очень близко к 18-му. Страшно. Пришлось заплатить им. Выбора не было. Не было налички. Пришлось отдать еду. Спросили, где мы ее добыли. Я солгала, сказал, что от дикарей. Они все равно забрали ее. Два ящика отборной морковки и синтомяса. Если у вас, ребята, найдется свободное время в лаборатории гидропоники, нам бы пригодилась помощь. Я знаю, что мы должны быть независимы от убежища, но становится все сложнее стоять на стреме в проходе из этой лачуги. Мы стареем, по ступенькам все сложнее подниматься. Дополнение. Послали два ящика картошки и морковки, ящик синтомяса. Прости за неудобство. Передавай Кейт и Джилл, что я их люблю. Росман. Прям, ребят, до мурашек. Прям до мурашек. Насколько все круто прописано. Прям. Как же атмосферно. Проходил сборщик налогов НКР с охраной. Так.
А, это я уже читал. Кэтрин нашла делянку поганок, растущих неподалеку. Если мы сможем использовать вытягиватель радиационных частиц доктора Росмана, то сделаем из них суп. Если Йети придет, скажите ему, что мы под пригорком. Джилл Хейл, разведчик. Пустоши, гордая бабушка малютки Дженни Хейл. Заметка для разведчиков пустошей. Без сомнения, вы очень заняты на вашем очередном приключении. Но если вы найдете эти припасы по дороге, мы будем очень благодарны. Степлер, ядерная батарея, морковки, яйца, игрушки для кисок, приманка для кисок. 12 сентября. Да, столько пропустил я всего. А что это все повываливалось-то? Что ж, друзья, давайте мы тогда на этом выпуск завершим. Надеюсь, он вам понравился так же, как и мне. Ставьте пальцы вверх, добавляйтесь в подписчики. Всем спасибо за внимание и пока.